Infinix Hot LED. Это, пожалуй, лучший на сегодняшний день бюджетный смартфон. Стоит он у нас 7990 рублей. Мы недавно, собственно, начали только продавать Infinix. Они только заходят на рынок, но есть уже свои клиенты, свои покупатели, которые, ну, через, собственно, такие вот YouTube-обзоры узнают об этом телефоне. Что в нем хорошо? Здесь 5000 батарейка, 32 встроенная память. Да, это конкурент Samsung A12, пожалуй, да. Давайте оставим коробочку и покажу вам внешний вид. Вот так он выглядит. Достаточно презентабельный внешний вид. Камера обычная. Ничего необычного, так скажем, в ней нет. Снимает в дневное время, собственно, как, наверное, и Note 10. Ну, естественно, будут шумы, но фото сможете сделать, в принципе, неплохое. 5000 батарейка, мне кажется, для телефона за 7900 это прям вау. Единственное, да, про батарейку я сказал, оперативка 2 гигабайта, это не так много, но, опять-таки, для бюджетника это окей. Эти телефоны у нас есть в наличии, можно заказать на сайте, пройдите по ссылке под описанием под видео.